В этом году вообще очень тяжело рожаются дети, очень тяжело во всем мире. Но в этом году сейчас происходят некие изменения, они эзотерические, энергетические. Эти изменения связаны с тем, что после того, когда умирает огромное количество людей, именно сейчас это происходит, к сожалению. Это ужасно, потому что со стороны Украины погибло уже 100 тысяч человек. Это огромное количество людей. Со стороны врага неизвестно, сколько там погибло, но мне и не интересно. Я могу сказать, что это не имеет объяснения. Я считаю, что поддерживать любым видом там, то, что сейчас происходит, и поддерживать эту войну, которую ведет Россия против Украины, зная, что погибло 100 тысяч человек, зная, что уничтожаются люди, зная, что стреляют ракетами крылатыми, они попадают в дома сегодня, до речи попала в дом в Николаеве, зная о том, что сейчас в Николаеве нет воды, зная о том, как происходит это все. Тем не менее, хочу сказать, что мир устроен по принципу восстановления духовности у людей, и выкупом вот такой духовности является смерть людей. Именно поэтому, из-за того, что погибло огромное количество людей, прискорбию, очень много людей сейчас сохранят свои семьи, у них появятся теплые отношения друг к другу и так далее. Это называется отдать человеческие долги. Сейчас же нет Иисуса Христа, который может забрать долги людей и сделать так, чтобы весь мир вновь перестал гулять и начали друг друга обожать. Ну и вот такие долги, они учитываются за счет вот таких войн, разрушений и так далее. Поэтому, как ни странно, в этом году люди будут жить лучше. Как это будет проявляться? Будут более тепло относиться друг к другу, будут более хорошо сохранятся семьи, потеплеют отношения между мужчинами и женами, мужчины будут меньше гулять. Но минус заключается вот в чем. Мир устроен еще по определенным эзотерическим принципам, о которых говорили очень знаменитые эзотерики, Трисмегирист. Было сказано о том, что в случае, если где-то убивают, то где-то забирают. Таким образом, убивая людей вот так, просто так, забирают тех детей, которые нерожденные. Именно поэтому вот этот молох, который сейчас существует, который съедает огромное количество людей из-за войны, съедает дополнительно еще не родившихся детей. Именно поэтому в этом году будут увеличиваться проблемы с зачатием и вынашиванием детей. Тем не менее, знаете, мир продолжает жить, и хочется, чтобы он не только продолжал жить, а чтобы люди в этом мире были счастливы, и чтобы прекратилась бойня.